степень риска, на который я иду, но я как-то должен сломить это темное, мощное влияние Хейда, которое отныне живет во мне. Исчезает во мне так же незаметно, как пропадает след дыхания на зеркале я. Я его единственный убежище. Сейчас я молюсь только об одном. Чтобы Джон вернулся с препаратами раньше, чем появится Хейд. Как Хейд стал силен и так свободен, а Джекил безволен. Но все же мне хватит сил с ним покончить и жизнь прервать одним рывком. Но как? Как мне спустить кровь?